Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Друзья, всем привет от дружного коллектива завода «Ремсинтез». Мы находимся на территории международной агропромышленной выставки «Агроэкспо», которая стартовала сегодня, 25 сентября, в Кропивницком. Напомним, выставка будет длиться 4 дня, с 25 по 28 сентября. Приглашаем всех вас посетить наш стенд, стенд завода «Ремсинтез». Нас достаточно легко найти, мы находимся на улице, недалеко от павильона. Будем рады всех вас видеть, пообщаться, угостить вас чашечкой вкусного кофе. Мы приготовили для вас много всего интересного. В частности, это наш спецпроект, спецразработка совместная с известным агроблогером Украины Артемом Лавриком. Что из этого получилось, узнаете непосредственно на нашем стенде от наших менеджеров, а также от самого Артема, который будет завтра, 26 сентября, здесь. И это не последние сюрпризы, которые готовит для вас завод «Ремсинтез». Поэтому следите за нами, следите за нашими новостями. И до встречи на Агроэкспо 2019 в Кропивницком. Ну а напоследок, как и обещали вам, проводим розыгрыш кепки от завода «Ремсинтез» между участниками предыдущего конкурса на лучший анекдот на аграрную тематику. Поскольку каждый из вас порадовал нас достаточно веселыми шутками на агротематику, мы решили не выделять кого-то одного, а провести такой честный, на наше мнение, жребий с помощью ресурса random.org, который выбрал одного победителя. Счастливым обладателем кепки завода «Ремсинтез» стал пользователь с именем Александр82. Александр, мы вас поздравляем, просим связаться с нами по тем ссылочкам, которые вы видите все на экране, и в ближайшее время кепочка завода «Ремсинтез» будет в вашем распоряжении. Завод «Ремсинтез» с повагою до людей и с турботою про грунт.